Вот такой вот прудик. Утки сейчас, не знаю, где утки. Может, спят где, может, улетели, может, еще не прилетели. Это такая у нас вот гранта. Колеса запачкали. Ничего страшного, помоем. Птички поют, красивая погода, утро. Друзья, всех приветствую. Это вот так цветет каштан. А вот это вот у нас наша Лада Гранта, про которую давно мы уже не писали, ничего не снимали. Ну а что, машинка у нас ездит, заводится, выглядит очень достойно. Приятная внешность у нее, строгие черты. Колесики вот такие у нас сейчас черненькие, 15-е. Стоят, они добавляют немного строгости тоже. С задней части у нас все как обычно. Спойлерочек, надпись Гранта. В общем, машинка соответствует. Почему мы не писали, ничего не снимали? Было как-то среди с этими событиями какое-то не то настроение, не то самочувствие, поэтому сейчас мы поедем на наш легендарный родничок, посмотрим, как там обстоят дела с дорожкой, потому что дорога, мы ездили, катались зимой, зима как бы прошла, и сейчас у нас вот такая вот уже травка зеленеет. Солнышко, конечно, не блестит, но Лада Гранта заводится все так же, с полоборота. Ну и, соответственно, едет, как ни в чем не бывало. Это ее надежность, ее вообще... Конечно, к ценам после Нового года мы не привыкли, когда они подросли там на 15 тысяч, вырастали в месяц по 10. Но когда все это случились события другого масштаба, когда все выросло, вообще улетело за миллион, просто все в шоке. Что происходит? Выбило как-то из колеи. Непонятно, что будет дальше. Непонятно, что дальше, какие события будут, какие будут цены. Каждый день какие-то новости. Все автообзоры затмили события южных каких-то операций непонятных. Но жизнь продолжается. Надо что-то делать. И мы вот так вот решили заснять видосик на поездки на родник и поговорить про нашу любимую Гранту, про которую мы не забываем. Дорожка у нас сейчас здесь, помните, была колея необыкновенная. Сейчас она выглядит вот так. Тоже ровностью она идеальностью не обладает. Тоже такая же тряска, неровности, грязь, как обычно. Проехать на чистой машине нереально.
чтобы не испачкать хотя бы даже колеса. Ну, ехать за водой, как говорится, надо. И нам это... Колеса можно, в крайнем случае, потом помыть из ведерочка. Что мы и сделаем после поездочки. Гранта едет нормально, пробег у нас всего 18378. Музыка играет отлично. Сейчас посмотрел на сайте цену магнитолы Alpine, такой, который я брал. Брал я за 40, сейчас она 65. Вот такие вот у нас сейчас соотношение цен. Все выросло просто почти в разы. Как говорится, ни в какие ворота не лезет. От этого шока, не знаю, будет отходняк будет, я не знаю, еще долго. Просто все это осознать и понять очень сложно. Но жизнь продолжается, мы пока живы и здоровы, чего и всем желаю. Да, дорога здесь не особо. Но то, что сейчас уже новые краски приобретает дорожка, это явно просто все зеленеет уже. Травка прям сочная, такая свежая трава. Просто класс. Сейчас уже можно ездить на машине. Не только на машине в лес, но и на велосипеде. Вот на таком велике мы гоняем в лес. Mongoose TX Expert 2020 года модель. Трансмиссия SRAM SX 1.12. 29 колеса. Вот такой вот монстрик. Дорожка, да. Такая она каменистая, кривенькая. Каменистая, кривенькая дорожка. Ну, Гранта ходовочка отрабатывает, у нее мягенькая. Разруха здесь такая легкая. В общем, Гранта сейчас у нас 1 000 000. Сейчас немножко цены там на 50 тысяч, на 50, на может и поменьше, чем были на пике. Но все равно Гранта вышла за стандарт 1 000 000, а денег у людей как не было, так и не прибавилось. И поэтому радости это не добавляет. Самый достойный автомобиль у нас за 1 000 000, что получается очень достаточно дороговато. Какие машины будут выпускать через, когда АвтоВАЗ откроется, типа должны быть выпускаться простые комплектации в упрощенном варианте на с одним лямбда-зондом, евро 2 стандарта. Короче, откатываемся на 10 лет назад. Вон стая собак вдоль пруда гуляет. У нас здесь прудик такой вот. И вон идет стайка собак сюда, выдвигается в нашу сторону. В общем, Гранта будет упрощенная, без электроники, без ESP. Без АБС. На
евро 2 стандарте, и у нее не будет подушек безопасности, по-моему. Может, еще что не будет в комплектации. В общем, классик, кондиционер у нас тоже, по-моему, импортный. Все у нас импортное в нашей Ладе Гранте, поэтому все будет выпускаться в упрощенном виде. А вот здесь у нас в лесу вот такая вот погодка. Вот здесь лесных кучка собак примчалась у нас. Дружков сорока. Как без нее? Вот они, друзья. Друзья, товарищи. Вот, водичка льется у нас отлично. Сейчас наберем водички. Офигенно. Свежая вода всегда отлично. Вот такая погода. Сейчас поют птички. Гранта ждет своего часа или своей минуты, чтобы возвратиться назад. Обратно, думаю, поехать. Сейчас попробуем через другую дорогу. Другая дорога у нас вот здесь. Не знаю, если она высохла, и по ней можно ездить. Сейчас проверим. Ходовые части Лады Гранты можно проверять и в грязи. Там, говорит, мы колеса испачкали. Короче, дорога, и нет такой тряски. Пикает у нас ручничок, не ручничок, а ремень безопасности. Интересно, ремни безопасности у нас же тоже японские, Такато или там какая-то фирма их выпускает. Будут они на новых машинах или нет? Или просто веревки какие-нибудь повесят? Вот такая вот обратная дорожка, вполне себе неплохо. Но только здесь в сухую погоду, когда дождь, я не хотел бы там месить грязюку. Все, друзья, воды набрали, задача выполнена, и теперь желаю всем отличного настроения. Удачи, как обычно. Здоровья. И все будет хорошо. Даже отлично. Все, да, давайте. Всем пока. Тоже какая-то она
не особо и ровная, тоже потряхивает. Кот в засаде был. В общем, всем пока.